Альянс студентов Казахстана при поддержке отдела внутренней политики Акимата города Караганды провел необычный массовый городской молодежный флешмоб. В нем поучаствовал наш корреспондент Бек Абдинов. Не так давно в наш лексикон вошло слово «флешмоб». Слово это слышали, наверное, уже все, без исключения граждане, имеющие телевизор, интернет или радиоприемник. Подсознательно из контекста, в котором употребляется данное слово, несложно догадаться, что этот термин подразумевает под собой какие-либо массовые действия. Флешмоб появился достаточно недавно. Житель Нью-Йорка Билл, используя СМС и e-mail, собрал около 150 незнакомых друг с другом человек, которые 17 июня 2003 года одновременно вошли в мебельный отдел магазина и попросили любовный ковер для пригородной коммуны ценой в 10 тысяч долларов. Телевидение же в свое время достаточно подробно осветила эту акцию, и именно ее принято считать первым флешмобом. В принципе, это такое позитивное мероприятие, которое не просто собирает людей и молодежь, он их сплачивает, дает такие повышенные чувства патриотизма и заявляет всем жителям города о том, что в Караганде по всему Казахстану есть патриоты, которые горят своей страной, своей родиной. В рамках проведения данного мероприятия была собрана студенческая молодежь всех вузов города и молодежных организаций, а также все желающие для участия необычного флешмоба. Целью флешмоба было пробуждение чувства патриотизма и повышение гражданской позиции среди студенческой молодежи. Концепция же заключалась в виде интересного сценарного хода и массового исполнения гимна Республики Казахстан. Участие же приняло около 200 человек. Ну, мы сегодня проводим акцию «Я патриот». Целью проведения нашей акции является разбудить патриотизм у нашей студенческой молодежи. Здесь сейчас участвует около 100 студентов с различных университетов, таких как КРГУ, Политех, Булашак. И вот с целью данной акции мы хотим объединить студенческую молодежь, разбудить в них патриотизм. Как говорится, если бы молодость знала, а старость могла. Бек Абдинов, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.